Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу Легенда 2,5 на 4 на таком брусе. Каркас притащили, запчасти пока разложились. Начинаем работать. Каркас мы поставили, закрепили его к основанию. Все по уровню. Начали обшивать стен поликом. Сразу же идем, крутим переливы. Работа идет. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня мы теплицу Легенда 2,5-4. Пойдем посмотреть. Начали мы с дальнего торца. Видим тут форточку торцевую. Каркас теплицы собран, сделан у нас из трубы 20 на 40, это верхняя часть, и стойки из трубы 40 на 40. Покрашено все полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Имеется у нас две стеновые форточки. И система подвязки по две нитки на каждую сторону. С другого торца у нас цельная дверь. Также имеются диагональные усилители для большей жесткости каркаса. Все это стоит у нас на брусе 100 на 150. Брус пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью якорей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Прикручивается поликарбонат с помощью шайб и саморезов. Вот такая супер теплица у нас получилась. Относительно компактная, но очень просторная и вместительная внутри. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!